Также Лидия Антонова провела прием жителей. Вопросы в основном касались жилищно-коммунальной сферы и строительства. Проживающих в микрорайоне 3-3А интересует расселение 47 аварийных домов. Предложенные на данный момент варианты переезда жителей не устраивают из-за плохой транспортной доступности. Надеемся, что именно ваше личное участие в судьбе переселения жителей нашего микрорайона из ветхого аварийного жилья найдет уже решение этого вопроса. Давайте мы этот возьмем вопрос на такой вот, ну, просто, как можно сказать, ежедневный контроль. То есть вот берем месяц, там, в первых числах апреля встречаемся, если надо, приглашаем. Я думаю, надо включить сюда депутатов местных, муниципальных, которые по этому округу работают, да?